Cristina. Adesso io non ci sono più. Ma porca miseria. Cosa vuoi? Sono giusti? E poi una. Друзья, выбирали, все-таки выбрали вот такой вот душ, чтобы сюда поставить шампунь. Ну, шампунь, либо мыльницу, ну, что-то вот такое. Смотрите, цена какая. Вот такая цена. Хотела с пластиком, но он говорит, сколько прослужит, потом купите пластик. Вот эти, конечно, красивые, но для того, чтобы это для себя лично. Вот мы еще будем кухонный выбирать, но не знаю, сегодня не выберем. И для, так как мы не делаем беды, вот такой вот интимный душ тоже взяли. А такой, как выбирали, вот такой вот с пластиком, в наличии нет, 269, а это дороже, ну, дороже, потому что вот это вот пластик, он меньше ломается. И продавец сказала, говорит, сколько прослужит? Прослужит 2 года, хорошо, прослужит 5 лет, тоже хорошо. Потом придете, купите пластик, ну, вот такой вот или другой, или вот такой. И будет все нормально. Вот посоветовал дядька нам хорошо. Вот. И я увидела вот этот вот маленький душ. Потому что я вот это всегда смотрела вот так вот. Оно без ручки, без всего. В общем-то, кто-то мне звонит. А Ольга мне звонит. Все. Я с вами прощаюсь. Ставим лайки, подписываемся на наш канал. Всем пока. Здравия всем. Вы на канале Марка и Елена Диригетти. Привезли кафель. Марко за рулем. С тележкой никогда не рулил. Прям аж страшно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Развернуться же ему надо. Но пока Марко рулит. Не наша эта машина. Это мы взяли у сестры. И машину, и тележку. Вот как снизу смотрится, что они тут надстраивали. И вот мы взяли поручень вот сюда. Но не хватало у нас деталей. Как всегда, никак в магазине не сделают нам. Да? То есть они должны были заказать, мы уже у них просили. Мы у них уже спрашивали, мы купили там 3 детали, а нам нужно было 5. И они сказали, мы закажем, приехали, они не заказали. Опять нам нужно теперь найти эти детали дома, номер этих деталей, и потом только они закажут, и еще 2 недели ждать. Давайте я вам уже покажу кафель, который у нас будет на полу. И кафель, который мы в душ взяли. Но в душ вы уже частично видели, а я же вам не показывала. Окей. Так, значит, это вы видели. Да? Это вы видели в прошлом видео. Камушки на пол. И вот такие вот. Вот такой вот. Видите, здесь вот его плохо видно. Но вы уже будете видеть, знаете, когда... Когда будет все готово, кусочки мрамора. И вот этот пол у нас будет во всем доме. Так, сейчас Марка тут отойдет, тогда я вам покажу. За целлофаном его не видно сильно. Ну вот такой вот. Видите, вот они разводы. Светло-серый, а так белый пол. Thank you.
Вот его хорошо видно. Такой будет светлый. Поэтому вот этот нам прям как раз в тему. Ну а так все, взяли поручни. Еще какие-то он инструменты он подкупил. Вот какой-то инструмент взял. Так я не поняла, что это. Дырки, что ли, делать? Бошевский. Душевую взяли. Подсоединю. Вот эти поручни. И это, я что-то не помню даже, что-то. А, это знаете что? Сливной бачок. Вот, сливной бачок. Что-то мы еще тут взяли. А, ну эти вот пробочки для поручней. Душ гигиенический. Это у нас для малины. Подкормка. Перчатки для работы. Это для меня. И вот это вот не знаю, что это. А, это опять же для сливного бачка. И журнал он взял. Ну, это бесплатно дается. Где? Как это все? Реклама, короче. Ну, вот так вот все подкупаем потихоньку. Пошла обед готовить. И вечером уже выставлю вам видеоролик. Вот они. Три поручня, которые пойдут вот сюда, наверх. Марка сейчас будет сгружать, чтобы было поудобней. Вот, друзья, вот так вот. Видите, вот такой вот. Он даже немножко здесь вот, подождите, вот так вот. Немножко как бы бронза, что ли. Не только серенький. Я говорю, а саму подложку вот это вот на что ложить кафеля, он говорит, это уже будет не мы покупать, а люди, которые будут укладывать, они со своим приедут. Ну, в общем, короче, потихоньку-потихоньку все подкупаем. И не знаю, когда что будет, но готовимся, готовимся к рывку. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем пока!